Нежное, ароматное лимонное безе никого не оставит равнодушным. Этот легкий десерт понравится взрослым и детям. Безе буквально тает во рту, оставляя легкую лимонную нотку вкуса. Безе – десерт французской кухни, давно покоривший многие страны. Легкий и воздушный, он подойдет к любому сладкому столу. Лимонным безе также можно украсить торт или сделать из него пирожное, прослоив масляным кремом. Очень вкусно, ароматно и красиво. Яйцо куриное – 3 штуки. Сахар – 170 грамм. Лимон – 0,5 штуки. Шафран – 2 щепотки. Количество порций – 10-12. Белки отделите от желтков. Желтки здесь не понадобятся. Выложите белки в глубокую емкость и взбейте блендером до густой устойчивой пены. Постепенно всыпьте сахар, не переставая взбивать. Должна получиться густая, плотная масса, похожая на зефир. Добавьте цедру лимона. Влейте лимонный сок и аккуратно перемешайте. Добавьте шафран или желтый пищевой краситель, взбейте миксером. С помощью кулинарного мешка с насадкой отсадите безе на противень. Выпекайте безе в духовке при температуре 100 градусов 1,5 часа. Безе должны легко отделяться от бумаги. Лимонное безе готово. Можно подавать на десерт.